28 августа в 12 часов районный дом культуры открывает свои двери для всех жителей и гостей Богородского городского округа. Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с руководителями творческих коллективов, попробовать себя в различных видах творчества, записаться в понравившийся коллектив нашего Дома культуры. А также с удовольствием приглашаем всех на ежегодную всероссийскую акцию «Ночь кино», которая пройдет в нашем зрительном зале. А 29 августа в 17:00 в районном Доме культуры состоится замечательный концерт заслуженной артистки России Валентины Алешиной под названием «Встреча с прекрасным». Хорошенький такой.